Мороз и солнце – не самый обычный день сегодня в Сочи. Город, который у россиян ассоциируется с летом, морем и теплом, полностью захватила зима. Снегопад там стал сильнейшим за полтора десятилетия. За ночь снежный покров увеличился на 30 сантиметров. Для городов средней полосы, или тем более Сибири, цифры малозначительны, но только не для черноморского курорта. Такая метель там была последний раз в 2000-м. Под снегом пальмы, тропические кустарники, сугробы в парках и на пляжах. Дети счастливы, чего не сказать об автовладельцах. На большинстве машин нет зимней резины. Мощный циклон надвигается и на Москву. В ближайшее время ждем много снега, а еще потепление. К утру начнется повышение температуры, осадки в виде снега, усиление ветра до 15 метров в секунду, а значит метель. В течение завтрашнего дня температура будет постепенно повышаться, и мы прогнозируем, что к вечеру она будет стремиться уже к нулевой отметке. Снег уже уменьшится, будет выпадать и снег, и мокрый снег, а вот начиная со следующего дня, с четверга, уже наступает настоящее потепление в виде оттепели. Удар непогоды сейчас готовится держать на северо-западе страны. Штормовое предупреждение объявлено в Новгородской, Ленинградской области, Санкт-Петербурге. Все системы жизнеобеспечения и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Что касается Москвы, на дорогах пока относительно свободно, но лучше домой поторопиться.